Третья суббота сентября – день фармацевтического работника Украины. Общее число работников этой отрасли медицины сегодня в стране составляет около 3 миллиона человек. Один из самых молодых профессиональных праздников отметили в медицинском университете. Сейчас они во многих случаях вместо врачей к ним обращаются первыми. Ежегодно только Запорожский медуниверситет выпускает около 120 провизоров по дневной форме обучения и 400 заочников. Говорят, это одна из тех специальностей, которая востребована в полной мере. Считают, все благодаря полученным знаниям. Наш провизор, наш выпускник вооружен хорошими, очень хорошими знаниями. Ну, об этом и говорит обратная связь с нашими выпускниками. Они востребованы, чем мы очень рады. Вижу, сначала, конечно, в аптеке надо поработать, набраться опыта, а потом уже, как пойдет, можно куда-то дальше, в какую-то компанию. В принципе, работа есть везде, в Украине, даже за границей. Я всю жизнь мечтала быть врачом, но эта как раз специальность дает, и наш университет дает возможность развиваться и быть хорошим специалистом. Мы знаем, что зачастую бегут сразу в аптеку, когда случились какие-то негоразды здравоохранением. И от того, насколько профессиональный будет фармацевтический работник, будет зависеть дальнейшее его выздоровление. В своем будущем фармацевты уверены, ведь сколько существует болезни, столько же будут востребованы и лекарства от них.